Массовый лыжный забег прошел в Акмолинской области. Мероприятие приурочили к 30-летию первой завоеванной на зимних Олимпийских играх золотой медали. Ее обладателем в 1994 году стал казахстанский лыжник Владимир Смирнов. Спортсмены говорят, даже спустя десятилетия он служит для многих своего рода вдохновением к победе. Дана Ермак продолжит тему. Эти аплодисменты с трибун посвящены первому олимпийскому чемпиону Казахстана, лыжнику, четырехкратному чемпиону мира Владимиру Смирнову. Ровно 30 лет назад он впервые в истории страны завоевал золотую медаль на зимних играх в норвежском Лиллехаммере. Эта награда пока остается единственным золотом в истории зимних олимпийских игр для наших спортсменов. Мне очень приятно, от души приятно, что 30 лет назад, это казалось так много, на самом деле это один момент. Сегодня мы видели видео с 94 года и мой финишный рывок на золотую медаль. Поэтому даже здесь сегодня есть большие переживания, несмотря на то, что 30 лет прошло. И я рад, что у нас, у меня на родине память о этой медали. Не только она у меня есть. Есть у жителей, есть у руководителей и есть у всех тех, кто принимал сегодня в этом участие. Я очень благодарен. Указом президента страны легенда казахстанского спорта Владимир Смирнов награжден орденом Достык второй степени. Открывая торжественную часть мероприятия, аким Акмолинской области Марат Ахмеджанов отметил значимость этой победы для авторитета молодого государства. Очень знаменательный день. Вы знаете, в 1994 году на Олимпийских играх в Лиллехаммере было завоевано первое олимпийское золото. В рамках этих мероприятий мы проводим акцию «Лыжи в село, лыжи в регионы». Благодаря фонду «Казахстан халкына» закуплено свыше 700 пар современных лыж, которые переданы в детско-юношеские спортивные школы. Я думаю, это задел будущих Смирновых, будущих олимпийских чемпионов. Юбилейную дату отметили лыжным забегом. В спортивном мероприятии приняли участие более 400 человек из разных уголков страны. На финише участникам вручены памятные медали. Большая честь сейчас бежать вот в таком месте, видеть олимпийского чемпиона, ощущать те эмоции, что висит на груди медаль. Очень все понравилось, организация, все на высших условиях. К слову, в регионе активно развиваются зимние виды спорта. В родном городе Владимира Смирнова строится дворец спорта, 5 спортивных комплексов и площадок. Дана Ермак, Алмаз Жулубаев, Астана, Таймс.